здесь, котик. Предлагаю, как говорится, распить в добрый путь. Мы вдвоем. Давайте погуляем. Ну что, ребята, вот это... прохлаждаемся. Что такое? А говорят, можно не пристегиваться. Нет, я не верю. Я люблю тебя. Ты это говорил. И столько раз, сколько ты говорил это, я отвечала, что я нет. Я превратился в чудовище. Прости меня по-настоящему. Иначе я навсегда останусь здесь. Ты ведь добрый и благородный, вот и будь. Черту доброту и благородство туда же! Когда начинаешь любить боль, это становится единственной вещью, которую ты можешь дать другим. Мир изменился. Ты можешь убить себя худшее из того, что можно здесь натворить. Выбирая между адом и раем, выбирай первое. Там компашка поинтереснее.